Севастополе Ленинский районный суд закрыли на карантин. Соответствующее сообщение размещено на сайте органа государственной власти. Ограничения ввели до 23 сентября. Прекращен прием граждан и проведение судебных заседаний. Предписание о закрытии на 2 недели выпустило региональное управление Роспотребнадзора 11 сентября. В соответствии со специальным графиком дежурств рассмотрение дел безотлагательного характера продолжаются. Определение меры пресечения, дела, связанные с выборным правом. Кроме того, граждане могут подать процессуальные документы, обращения и другие заявления в электронном виде на официальный сайт суда.